F800GS. Состояние просто мотоцикла. Внешне шикарное. Никаких грубых замечаний у него нет. Абсолютно. За исключением, это мы уже заметили здесь, не при покупке, у него отсутствует крышка, вот маленькая, черненькая, на расширительном бачке охлаждающей жидкости. Других каких-то изъянов не нашли при осмотре. У него два ключа BMW оригинал. Есть отключение ABS, ручки стоят нештатные, защита рук, подогревы. Все это, в принципе, по стандарту. Полная кофровая система. Боковые кофры с увеличением внутреннего пространства раздвигаются. Вилочка у нас абсолютно чистенькая, сухая. Пробег у данного экземпляра 39 тысяч. Выработка передних тормозных минимальная, но, блин, ну может быть процентов 5, и то столько, наверное, нет, потому что даже ноготь, край диска не цепляет. Резина в превосходном состоянии, то есть на ней, скорее всего, мало проехали, потому что боковые даже пупырки ломели, все целенькие, абсолютно. Резина 16 года по тормозным дискам. Темно, конечно, но могу сказать, что там процентов 50-60 точно присутствует. То есть из каких-то замен экстренных, либо первичных, как правильно будет сказать, можем посоветовать, наверное, обслужить мотоцикл, как обычно. Масло, свечи, аккум здесь живой, живее всех живых. По цепи из везде, то есть цепь минимальный ход, то есть на 4 твердых балла оцениваем состояние цепи из везде. Задняя покрышка также 16 года, протектор еще хороший, то есть, ну, замен никаких не предрасполагается. По заднему тормозному диску здесь выработка чуть-чуть больше, прям не намного. Может быть, в два раза больше того, что есть спереди. То есть там, допустим, 5, пусть тут будет 10. А задние колодки прям максимально еще живые. Там процентов, ну, тоже не видно. Там посветить бы, конечно, сейчас попробуем. То есть, сами видите, там все 90% остатка есть. Ну, какие-то вот такие незначительные замечания есть на кофрах, то есть маленькие там какие-то царапинки и так далее, но я думаю, это не стоит брать во внимание. Мотоцикл явно не для, скажем так, не для каких-то музейных выставок, поэтому где-то царапинки вот такие, как на зеркале, на защите, ну, они есть, в принципе, и, наверное, должны присутствовать. Мотоцикл все-таки не новый, здесь тоже на ручке видим царапинки, и здесь на кофре тоже капельки воды мотоцикла после мойки. Ну, отмывать особо-то и нечего было, так пыль сбили. Есть вероятность того, что сиденье, скорее всего, немножко подзанижено в сравнении со стоковым. То есть сейчас, ну, все равно как бы заметно, что оно чуть-чуть ниже, и рукой, так скажем, прощупывается, что немножко изменения были по поролону в сиденье. Аккумулятор здесь живой, пробег 39, почти 40 тысяч. Старт. То есть старт проходит идеально, проблем никаких нет.
работает. Световая сигнализация полностью рабочая. Ну, единственное, вот клаксон не срабатывает. Ну, возможно, надо пульт посмотреть, потому что все провода абсолютно все целое. Все, вот такие, скажем так, имеем представление об этом мотоцикле.